Привет, ребята, с вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забудь подписаться на мой канал и давайте соберем 10 тысяч лайков на этом видео. И да, вы уже видите, какую игрушку я заказала на сайте Darknet. Это просто жесть. Сейчас лучше всем перекреститься и помолчать в ожидании того, какие комментарии попали сегодня ко мне в видео. Раз! Два, три, пау! А если ты хочешь попасть в мое страшное видео, то прямо сейчас спускайся вниз и пиши самый крутой комментарий, друзья. А мы начинаем. Живая игрушка. Фредди Крюгер. Кошмар ваших снов. В 3 часа ночи. Только на канале Ирина Ясинская. Друзья, кто из вас знает историю Фредди Крюгера? Был сумасшедший, который убивал детей, когда те приезжали в обычный лагерь для того, чтобы отдохнуть или там, я не знаю, позаниматься. Сейчас очень много разных причин, зачем приезжать в лагерь. И этот маньяк Фредди Крюгер ходил их и пугал, и убивал. Когда в конце концов раскрыли тайну этого маньяка, узнали, кто это, к нему пришли родители убитых детей и сожгли его заживо в своем доме. Но он, видимо, не сгорел, вернее, его тело обгорело, а его душа, его гнилая душа обрела оболочку сожженного тела, а внутри него поселились души убитых их детей. Такая страшная, жуткая легенда. И да, я не пугалась заказать Фредди Крюгера на сайте Darknet. И сегодня мы попросим душу того самого Фредди Крюгера вселиться в эту живую игрушку в 3 часа ночи, в дьявольский час, только на моем канале, друзья. Фредди, живая игрушка, жуткая и страшная, и кожа его на ощупь действительно обгорела и даже пахнет гарью, друзья. Это очень жутко, находиться с ней еще не проводя самого, собственно, обряда. Но в последнее время я заметила, что мне помогает святая вода. Если вдруг что-то пойдет не так, Дима обязательно выплеснет ее на меня. Ну а сейчас при помощи доски для вызова духов и этих мистических свеч, которые просто необходимы для обряда, мы оживим Фредди Крюгера. Наш круг, друзья, един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Фредди Крюгер, выйди из потустороннего мира. Вселись в эту живую игрушку. Фредди Крюгер, и я, потомственная ведьма, вызываю тебя. Вселись в эту живую игрушку. Фредди Крюгер, я вызываю тебя, вселись в эту живую игрушку. Фредди? Фредди, ты жив? Фредди? Очнись! Что-то не так. Совсем забыла, ведь Фредди Крюгер может являться только во снах. Я не могу сейчас заснуть, но я могу провести сеанс гипноза вместе с Димой и отправиться в астрал для того, чтобы найти душу Фредди Крюгера и вселить его в эту куклу. Мы отправимся вместе с ним. Так, Дим. Так, что надо взять? Сейчас ты должен будешь досчитать до 10. Как гипноз, помнишь, мы с тобой делали? И я погружусь в астрал. Начинай, я готова. 1. Ты расслаблена. 2. Веки тяжелеют. 3. Ресницы опускаются. 4. Ты хочешь спать. 5. Ты засыпаешь. 6. Ты практически уже спишь. 7.
8, 9. Ирина, ты спишь? 10. Все. Ирина. Черт. Дим. Да. Что-то случилось? Фредди Крюгер пропал, ты спишь. Значит, он попал в свой мир. В мир снов. Я пошла его искать. А ты останься с моим земным телом. Фредди. Фредди, ты здесь? Дим, ты слышишь меня? Да, я слышу. Что он сделал? Фредди? Где ты? Господи, здесь повсюду останки его жертв. Фредди? Я вижу его. Нужно придумать, как его поймать. О, черт. Он идет мимо меня. Он ищет меня. Или он ищет, куда вселиться эта ходит игрушка. Слышишь меня, Дим? Он ходит в теле игрушки и хочет вселиться человеческое тело. Он ищет человеческое тело. Он исчез. Что же мне придумать? Как же мне поймать Фредди Крюгера? Может быть, это и хорошо. Куклу я уничтожить не могу, а человека я могу уничтожить. Дим. Да, я слышу тебя. Нам нужно провести обряд. Ты поможешь мне оттуда, а я скажу тебе, что сделать отсюда. Говорит. Повторяй за мной. Душа из игрушки выйди, в человека вселись. 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 Кто-то идет. Дим, походу у нас получилось. Теперь мне нужно уничтожить этого человека, чтобы душа Фредди Крюгера ушла обратно в тусторонний мир, и я вернулась. Он идет. Он близко. Фредди, ты здесь? Ребят, на моей кровати лежит Фредди Крюгер. Господи. Хорошо, Ира. Он живой! Он живой! Он живой! Нет! Нет, ты не должен жить! Черт, силы даны мне небом и землей! Я изгоняю тебя из этого тела! Силы даны мне небом и землей! Я изгоняю тебя из этого тела! Силы даны мне небом и землей! Я изгоняю тебя из этого тела! Черт!
все еще в астрале. Дима! Да, я слышу тебя. Что произошло? Я уничтожила тело Фредди Крюгера. И кажется, я вижу эту бездушную живую куклу. Камера почти сломалась. Черт. Вы видите это? Фредди? Господи. У нас получилось. Ребята, он реально не живой. У нас получилось. Теперь осталось вернуться. Нам осталось только вернуться. Слазей. Он точно не живой. Теперь осталось только сжечь и закопать его. Осталось найти выход. Что это? Откуда здесь эти следы? Дим, я вижу везде кровавые следы. Видимо, это следы жертв Фредди Крюгера. Мне казалось, что во сне только я и он. Но здесь еще кто-то был. Это следы ладоней. О, черт. Возвращай меня обратно, пожалуйста. Дим, ты слышишь меня? Господи, нет, мы заблудились. Черт. Нужно найти дверь. Нам нужно найти дверь. Дим, говори со мной, я не могу найти выход. Дим! Я не могу идти дальше. Сделай что-нибудь. Я не могу. Хорошо. Иди, нам помоги. Иди, ты слышишь меня? Да. Иди, я здесь. Помогите мне выбраться. Ирина, ты здесь? Да, я вижу свое тело. Я пришла. Дим, я поймал его. Нужно заканчивать обряд, чтобы он не исчез. Потусторонний мир, захлопни двери, сон закончись. Пусть Фредди Крюгер убирается обратно в свое подземелье. Потусторонний мир, закройся, сон закончись. Фредди Крюгер, убирайся обратно в свой темный мир. Нам нужно избавиться от этой куклы. Ее нужно сжечь и закопать. А если вам нравятся эти видео, то, пожалуйста, давайте соберем 10 000 лайков. А с вами была я, Королева Мистики, и до новых видео. Пока!